«Дыши легко» акция под таким названием в субботу прошла в областном центре. На улице установили баннер с призывом бросить курить, на фоне которого любой желающий мог сфотографироваться. Неподалеку при помощи специального прибора можно измерить объем легких, узнать, насколько они повреждены курением. Чем меньше показатель, тем лучше. Организаторы акции решили не просто призвать горожан отказаться от пагубной привычки, но и предложили достойную альтернативу. Вместо выброшенных пачек сигарет курильщикам вручили абонементы в фитнес-клуб в надежде, что спорт станет для них новой, полезной привычкой. Любой человек может получить такую возможность прийти и позаниматься один раз бесплатно и почувствовать, понять, что это такое вообще, иметь возможность посещать целый круг, ряд занятий, найти для себя что-то подходящее, любимое и поддерживать состояние своего здоровья регулярно.